В самолете выдали вот такую вот коробочку. Мы сначала даже не подумали, что это. Вот. Прозрачная жидкость. Написано 110 миллилитров. С какой тут стороны? А, вот. Вот, 110 миллилитров. Думаю, мало ли, ну что в таких коробочках? Ну, вряд ли же. Что-то нормально. Может, алкоголь какой-то. Привезли другу, он до сих пор не пьет, так и думает. А вот я смотрю, написано каяк-су. Вот су по-татарски вода. Вот. А потом на английском увидела spring water. Опа. Я ее специально домой же забрала. Ну, вот так, на Turkish Airlines такая штучка. А это вот просто написано spring water, вода. И состав. Содиум, аммониум. Ну, в общем, пить можно. Все нормально. Вода ничего так на вкус. Хорошая.